Для Евгения Михайлова лотерейный билет «Мечта Леон» – первая попытка испытать свою удачу. Мужчина рассказывает, придя на набережную, сразу заинтересовался яркими стендами. Узнал подробности и решил принять участие. Цена невысокая, всего 100 рублей за билет, зато деньги в случае победы лишними не будут. Евгений давно хочет накопить на новую квартиру. Как пояснил мужчина, понравилось и то, что все операции проходят быстро и, главное, онлайн. Здесь проще. Зашел в приложение, выбрал билет, какой ты сам хочешь. Ну, нажал на пару кнопок, и все, ты его приобрел, и ожидаешь, когда будет розыгрыш. А так, ну, впервые пробую лотерейный билет приобрести. То есть, оказалось, это куда проще и интереснее, нежели там, допустим, стоять в очереди в киоск. Чтобы принять участие в розыгрыше 100 миллионов рублей, достаточно зарегистрироваться на сайте национальнойлотерея.ру и перейти в раздел «Мечталион». Остается выбрать билет и ждать результата. Лотерея проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. Первые результаты лотереи «Мечталион» участники смогут узнать уже 1 октября. Розыгрыши будут проходить каждую неделю.